А пока работа над одним проектом уже близка к своему завершению. Работа над вторым, не менее значимым для города, только начинается. Накануне в администрации города всем заинтересованным был представлен проект планировки нового объекта – объездной дороги, которая пройдет по старой территории мотозавода. Новый объект улично-дорожной сети имеет для города и его промышленных предприятий фактически стратегическое значение. Ведь главная его задача – увести большегрузный транспорт с центральных улиц Ирбита. Его протяженность порядка 2 километров, если быть точным, 1,85 километра. То есть он выводит потоки транзитного транспорта от вывеска, существующая как бы мотозавод, это начало участка, и на улицу Советскую, далее с выходом из города. Представленный на публичных слушаниях проект планировки стал лишь первым этапом работы. Однако уже дал возможность обсудить детали и в некоторых местах внести необходимые изменения. Их планировщики должны будут учесть на этапе подготовки проектно-сметной документации, получить которую администрация города рассчитывает к концу марта этого года. Сейчас ориентировочная стоимость проекта составляет 266 миллионов рублей. В дальнейшем, после получения уже документов проекта и заключения госэкспертизы, администрация будет писать обращение в правительство, губернатору на выделение финансирования уже на реализацию самого проекта. Напомним, транзитная дорога должна соединить перекрестки улиц Промышленная, Заводская и Советская Щерса. Проектируется она специально под организацию движения большегрузного транспорта. Предполагается, что данный проект станет и еще одним плюсом для тех, кто будет заинтересован в размещении новых предприятий на данной промплощадке, осваивать и развивать которую городские власти планируют в ближайшие годы.